Приветствую вас. Я думаю, честно говоря, что в целом поведение мужчины, оно укладывается в рамках нормы. Вот, в рамки нормы вполне укладывается. А вот за исключением, наверное, только того, что вас, оно, это самое поведение отталкивает. Вот. То есть оно вам, условно говоря, не нравится. Чему-то. И я полагаю, что нужно разобраться, чем именно оно вам не нравится, чем именно оно вас отталкивает. Первое, наперво. Вот. И, соответственно, уже исходить как-то из этого. Потому что если вам что-то в человеке не нравится, если вы считаете, что мужчина, там, не знаю, должен вести себя как-то вот по-другому, то ваше полное право так считать. Вот. Но общаться с человеком в таком случае тоже, наверное, не стоит. Потому что, ну, а что хорошего? Что хорошего из этого будет? Для вас. Понимаете? Поэтому вопрос только к вам, чего вы ожидали, когда начинали общение с мужчиной на сайте знакомств, на что вы рассчитывали. Вот это, наверное, основной момент, на который имеет смысл обратить внимание ваше. И если вам кажется какое-то поведение неприемлемым, то имеет смысл сказать об этом человеку, просто донести, что вот так и так, без там фотографий я не буду с тобой встречаться, к примеру, или там перед встреча, я там хотела бы созвониться с тобой. То есть, ну, нужно как-то более активно свою позицию выражать, если вы считаете, что то, что делает человек, неправильно, ну, с вашей точки зрения. Так получается пока, что вы себе не доверяете сами. Вот. К себе прислушаться вы не готовы сами к себе. Вот. А у нас спрашивают.
так, собственно, действовать. Ну, что делать? Ну, это не совсем, я бы сказал, такая вот корректная позиция. Вот. Потому что она делает вас зависимым от нас. Вот. Она делает вас зависимым Но она делает вас зависимой от человека, к сожалению. Вот. Вот примерно такой ответ я могу вам дать. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что вы зададите себе вопрос относительно того, почему вы пришли на сайт знакомств. Для построения отношений. Какие непосредственно у вас могут быть проблемы и трудности в вопросах построение отношений, если вы пришли на сайт знакомств. Поймите правильно, я не говорю о том, что это однозначно плохо. Я хочу только лишь сказать, что нужно все исследовать, нужно совсем разобраться, ну, для того, чтобы решить этот вопрос. На этом все. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. И еще раз. И удачи.